Ну что, начинаем играть в новую игру? Томпик. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Делимся, это факт. Погнали. Прикольно. Что, вообще не получается или что? Что-то такое. Кто-то почал. Все правильно понял. Просто мне кажется, ли здесь немножко легче, чем в том, где все золото. Ладно, все посмотрим. По деньгам как бы не сказал бы, что здесь тяжело. Но вот сейчас здесь хорошо. Из бабок можно просто по усесть и уже как бы не за колотышечку этих монеток. Не колотышечку, но деньги легко собирались. Только я не могу понять, зачем их надо бить. Вот этих вот медведей. Почему это? Не скажу. Ладно, что будем видеть. Что это? Прикольно.
А, это короче проебу. Ради интереса. Посмотрю, что будет дальше. Ты посрал. А, понял. Что-то такое открывается. А, шмотки можно одевать. Прикольно. Прикольненько. Устраиваем вам дом сейчас. Что, блин, так. Да, я не понял, мне же это бесплатно выпало. Алло. Короче, не понял. Ладно. А, магазин. Что в магазе? А, вообще понял. Получается то же самое ящик открывать, только надо этих гномов набирать. А дом зачем это строить, типа, просто брать, что ли? Нифига не понял немножко, ладно. Бля, ну прикольно, как я тебе сказать. Тут немножко разнообразие, ну, по фантастике же, в этом, бля, понял, бля. Ну, прикольно так. Как это все. Все, пиздец. О май гад. Ну, это чуть легче, чем тут. Немножко как вот легче. Ты просто играешь вот так вот. Что он, допустим, то, где бегать в том, где бегать золотом, немножко сложнее. Чисто вот легко. Ну, может, это чисто можно играть, но мне кажется, он легче. Дайте книги, поиграем, посмотрим. Thank you.
про Настю. Мне очень интересно, вот когда вот будем играть это фигаш, это да, надо набрать на гаш, это вот много на дату. Сколько штук. Это вот нормально. Мне вот одного интересно. А здесь надо было тогда сам, как в Томе или как в этом? Или можно... Там как бегать за голосом, или... Ну что-то сразу я на самом деле открываю. Ну что, перед... Бегом? Да, нет, это не бегом, это енотик. Енотик. А, ну деньги туда все легко. А, подешал себе. Прикольно. Ну, немножко, бля, колец, мне кажется. Например, тут много цифр, это все время все поднимаемся и как бы... Ну, как бы больше уже. Ну, то, что выбрать. Бля, это нельзя сбивать. Понятно. Я не хочу сказать. У нас вчера не прикол этот дом открою, и посмотрим, что будет дальше, то есть что он будет. Будет так дальше дом удаваться и. А, еще деньги нужны. Так, сейчас я что-то буду. Нет, тут. А, да, получается, это сам как в том деле за золотом. Только здесь 3 часа, а там получается 6 часов. То есть здесь меньше на 3 часа. Вот такие вот. Понятно. Сейчас дом построю по-быстрому. И посмотрю, что будет. А, тут можно выбирать, ладно, возьму этот вот. Выполню немножко. А, понял. Это прикольно. Ну да, я говорю, здесь легче играть. Не знаю, кому как, но для меня здесь я все вижу сразу. Будет вкусно. Бля! Блин. Не ожидал этот строй. Не летать как-то мне неудобно, честно. А, стоп, они взбывают, не летать, что ли? А, понял. Не Thank you.
А, монетки, блядь, нельзя собирать. Блядь, им было в монетке можно собирать, это сколько вообще кайф было. Что, то есть бьёт, так вот бьёт. Монетку собирает. Бля, я вот смотрю, вот играю, как бы, пешком, когда он идет, он немножко легче. А вот когда вот не пешком, а пешком, это вот игра там, едь там на машине, вот, то есть, подобрать, вот немножко сложнее там играть. То есть, все разные вещи, вот, для меня вот. Ну, вот, чисто, вот так, все взрослые. А вот когда вот эту вот машину берут, вот, так вот, ага, все. Все, закончились. Понятненько. Так, застраиваем последний дом. Проверяем. Так, я вот здесь дома. И застраиваю сюда. Не могу делать. Чё? А, чуть босса надо убить? И все. Никуда не понял. Прикольно. А, понял прикол. Что походу, что там делать? А, сейчас его надо. И почти что с этого, блядь. А, все понял, сейчас то есть немножко тут изменили, я не игру, получается, надо их спасать. Ничего, прикольно, так просто. Это мне нравится. Это все. То, что ты сам, что там было золото, что как тут немножко, короче, фишки изменили. Ну, это прикольно. Так, по поводу дома. Ну, отлично построился дальше.
А, ну все правильно, то же самое, как он перевел, только тут такая немножко сосредоточенность. Прикольно. Так, награды, уходи. Не, играть не буду больше. Сейчас. Ясно. Все, погнали. Все, подписываемся.